началась наша замечательная поездка. Снимаешь? Да, уже снимаю. А что она красненькая не горит? Жень, потому что у меня волшебная камера, которая не горит. На кого будет похож? Мы едем... Кстати, я по традиции не знаю, куда мы едем. Что-то меня будешь снимать. Я не знаю, куда мы едем. На кого ребенок-то похож? Мы едем в Новый Уренгой. Новый Уренгой. Говорят, там -37. Поэтому Натали уже в полном своем обличье. Я назвала ее сейчас амортизатором. Она сидит между нами с Нютой. Из-за этого мы с Нютой как бы не двигаемся и в машине не шевелимся. Идет снег. Да, видно. Начал идти снег. А я хотела утром проснуться в Москве и увидеть, как лежит снег. То есть, когда ты засыпаешь без снега, просыпаешься, и у тебя сугробы по колено. Я этой осенью увидела, что лежит уже снег, я немножко... Вот я не была рада. Знаешь, почему? Почему? Меня сейчас поддержат все автомобилисты, которые будут смотреть. А, у всех видео. Летняя резина. Потому что все, у кого летняя резина, сказали, господи, снег. А все, у кого нет машины, снег. В общем, моя реакция была, снег. Теперь понятно, есть ли у него машина. Но не исполнилось 18. Ой, наш разговор. Не исполнилось 18, поэтому я могу получить права и уже кататься на машине. Да. Ну вот мы прилетели в Новый Уренгой. Здесь -39. Мы прилетели в Новый Уренгой. Здесь, короче, жесть. Здесь настолько холодно, что идешь просто вдыхаешь, и джинсы сразу застывают просто колом вообще. И липнут кожа от холода. Ну что, я не ежик. Да, я ежик. А так это ежик, это будет здесь. Выследи ее из автобуса. Выходите. Женя привыкла, что на женщине медведи. На жене всегда были шапки медведи. А тут? Ну что это ежик? Почему ежик, Жень? Потому что я всегда разная. Хороший ежик. А с этой стороны Женя, а с этой стороны ежик. Женя, ежик, Женя, ежик. Сейчас тошнит там. Ежик. Женя, Аня, ежик. Женя, Аня, Дали. Нюта, Дали. Ежик. Натали просто, она сейчас будет, короче. Сережа, Аня, Наташа, я не знаю, кто. Выбежит на улице. Человек, еще один человек. Опять один человек. Ежик. А мы напоминаем, что мы в Новом Уренгое. Это просто горе, потому что -40. Нет, -39. И -40. Да. А когда мы сюда вылетали, тут было -43. Да. Потеплело. Значит, приехали мы в Новый Уренгой сегодня утром. Сейчас время 2. Мы едем на концерт, мы очень опаздываем. Все бодрые, веселые. Вот. Вот там все остальные сидят. Счастливые и рады сегодняшнему дню. -40, а на улице все тот же снег, все тот же холод. Вот так это все выглядит замечательно. Вот. Все белым-бело. В принципе, за 100 метров уже ничего не видно. Деревья такие вот в снегу, автобусы тоже в снегу. Что там происходит, не в курсе? Там репетируют. Пойду посмотрю. Сейчас Сергей Васильевич играет на замечательном рояле. Джазует, как мы называем. Вот. Попала. Сейчас мне надо немного...
немножко обойти. Сейчас, минутку. Домой есть и на пояс. Ту-ду! Пока.